Так, едем дальше. 25-я серия. Вставай, родной. Конечно, обидно будет сейчас тут помереть. Блин, и опять все потом сначала. Но надо, надо здесь дорассматривать. Тут какие-то проходики есть. И очень много кровавых пятен. Жаль, патронов нет, блин. Ах ты засранец. Да что ж ты такой... Что же он тут охранял, интересно? Какой-то серьезный вход. И куда этот вход ведет? Время для скрытый путь. Да какой-то он не очень и скрытый, судя по такой большой комнатке и лифтику. Хотя, может быть, имелось в виду, что под лифтом в этот раз что-нибудь есть. Или даже... Так, сейчас я проедусь пару раз, посмотрю в эту сторону. Ну нет, туда прыгать что-то вообще не хочется. По-моему, там очень высоко. А где рычаг? Да ладно, вы что, меня кинуть решили? Да ладно! Рычаг, вот оно. Ехай обратно. Пойдемте посмотрим, что тут у вас за скрытые ходы. Ага, это мы внизу оказались. Ну это, кстати, опять-таки короткий путь. Мы здесь были уже. Мы здесь были, и раньше этот лифт, по-моему, нельзя было активировать, и мы просто вернулись опять. Но это получается... Получается, куда мы? Ах ты, опять эта зараза. Ах ты, чуть-чуть не достал. Да блин, чё ты такой живучий? Урод. А он, кстати, света, по-моему, боится. Или нет, это он просто превращался, и он так реагировал. Так, а я уже, честно говоря, забыл. Это куда ведет? Это в самую первую, в первый тот городок. В первой мельнице, да? То есть сюда мне сейчас идти особого смысла нет, но просто хочу понять, куда это я выходил. По-моему, в первый городок, там, где яма. А, где пушка. Конечно же. А что если попробовать кого-нибудь заманить? Эй, пудинг. Пудинг, иди сюда. Сюда, говорю. Все, за мной. Не хотят они ходить, боятся. А зря. О, быстрее, 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 дорогой. Тьфу ты, блин. Вот облом. К сожалению, не получилось. Возможно, даже трофей есть. Ну, в принципе, как вариант. Такое возможно.
Просыпаемся, просыпаемся. Обед. Все на обед. Опять не попал, не. Это не вариант. Да что? В общем, ладно, суть понятна. Нам тут делать сейчас нечего. Нам надо идти обратно. Так, а это куда выходила штука? Слушайте, а в прошлый раз я, по-моему, сюда даже не прыгнул. Стоит или не стоит? А. Может быть, я это зря сделал, но ладно. Нет, я сюда прыгал. Я забыл просто. Прыгал и не прыгал. Тут лестница. А! Ну вот, пожалуйста. Блин. Блин. Оладик. Ёлки-палки. Дурацкий монстр с гребешком, блин. Эх. Нет, это облом, на самом деле. В некотором смысле. Такой обломчик. Так, это получается, в принципе, это короткий путь. Чтобы вот там все не оббегать по новой. Только вот сюда я не помню, как попасть. Вверх. К этой... Это что, назад нужно побежать или как? Честно говорю, забыл. К тем пушкам. Да ёпрыся ты! Короче, идите все в баню. Меня все достали. Хрена не помню, куда тут бежать надо. Да, лес такой... Заблудиться можно легко. О, слушайте, а я тут не был. Нифига себе. Вот так прикол. Я в эту сторону не бегал. И в это здание я не ходил. Да? Так ведь? Так ведь? Или я опять... Нет, по-моему, я все-таки тут был. Я из него выходил. Да-да-да-да-да-да-да. Тьфу ты, блин. Что за жизнь? Ну что за жизнь? А, ну конечно, да. По-любому. Приперся на самое начало. Но это вообще не вариант. Зараза. Кто так строит? Кто так строит? Так, тут можно сюда спрыгнуть. Я не уверен, куда это ведет, но пофиг. Я уже готов куда-нибудь. Ладно, вон она, лампочка. В общем, придется от нее бежать, потому что я... Ух ты. Потому что я не могу вспомнить, где... Это туда надо идти, идти налево. Куда-то туда, и там были эти пушки, эта мельница. Но я нифига не помню. Да, блин, заходи. Жесть. И лифт, конечно же, нас не встречает.
Сейчас попробую как-то по Шурику. А, нет. Кстати, я же сейчас как раз пойду и пройдусь немножечко туда дальше, до конца вперед. Я же туда так и не сходил. А это плохо. О, опять этот чувачок тут трется. Сейчас. Тут по центру нам надо идти, именно по центру. Я там, конечно, эти змеюки будут большие. Так, вот тут вот меня столкнул в прошлый раз хрен какой-то. А, вот он этот хрен. Ух ты, вот оно тут, вот оно, это серьезное место. А! Да ё-моё, да блин, да как? Да как? Ну как такое возможно? Какого черта? Там, по-моему, сзади еще кто-то. Блин. Ну вот это то самое место, куда мне нужно обязательно. Там явно что-то есть. Слишком большое скопление этих дредастых. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну и локация, ну и локация. Не, оно клево, конечно. Но очень сложно все обуздать по бырику. Давай, грузись уже. Блуди Борни. Опа, опа, опа. Америка, Европа. Не туда я сиганул. Ну да ладно, фиг с ним. Не успеваю я его за один заход отчекрыжить. Так, на выше или ниже, или тут? Вот если обойти с той стороны, вот тут нужно обойти, и вот тут эти парни будут. Кстати, можно попробовать на них спрыгнуть. Но если бы оно здесь был какой-то толк от этого спрыгивания, оно очень слабенько бьет. Ай! Да уходи ж ты, уходи, дурила, блин. Картонова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отпустите, отпустите.
Засранцы! Засранцы! Не, ну надо было как-то... как-то поаккуратней, что ли. Жесть, 3 штуки там их. Три жестоких упыря. С волосатой мордой. Я уже суть понял. Главное теперь не профукать. Эй, лифтик. Мог бы приехать. Жалко, что ли? Может, конечно, не самое подходящее. Ну, вообще в шмотках тут. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Опять я не туда. Шмотки тут тема такая. Довольно второстепенная. Хоть в каких шмотках не будь, а все равно будут давать трындюлей. Так, так, так. Нифига себе, он еще и живой. Офигенно. Они реально серьезные пацаны. Это вам не хихоньки-хахоньки. Так, стоп. Что-то вывалилось. Установка завершена. Этого парня мы вообще не будем трогать, нафиг он нам нужен. Пойдем дальше. Тут еще со спины эти чудики могут. Нет. Так не получается. По очереди, братцы. Нет, не получилось опять. Да ё-моё, ну как? Почему я сдох? Да ладно, блин, ну вы вообще... Меня решили забодать. Чё я сдох? Или у меня здоровье? Я не уследил за здоровичком. Тьфу ты, блин! Что ж такое-то? Какая-то не та система. Надо попробовать по-другому. Чё-то это не работает. Эх, жалко. Жалко.
Опять я лифт себе не прислал. О, блин. Забыл я за этого парня. Да можно его нафиг. Иди гуляй. Нам и без тебя хорошо. Проблем хватает. Ой! Ой, ай! Змеючки. О, еще один. Он за нами не пойдет, надеюсь. Вроде ходит там по-своему. Так, ну что ж придумать тут, а? Может быть сверху завалить ту здоровую змеючку? А чё я сверху? В принципе, ничего я хорошего там не сделаю с этого верху. Почему бумага не работает огненная? А? Кто ответит? И это не работает. В чем дело, я не пойму. Может, потому что у меня уже оно прокачанное, да? На какие-то штуки-дрюки. Так. Странно, я думал, у меня много этих бочечек с жидкостью, со смолой. А у меня их что-то вообще нету. Это странно. Ну, значит, как всегда, по старинке придется. Ну там... Что это за звук? Я вот думаю, втихаря к ним подойти явно не получится. Да, видите, они палят сразу. Да ё-моё! Сейчас еще и этот меня будет сверху оплёвывать. А-а-а! Да иди ж ты в задницу, блин. Надо хоть схватить, что тут есть. Кусок кровавика. О, вот это, кстати, то, что надо. Для прокачки. Да блин, умирай же ты уже, ну, сколько можно. Ой, жесть, и оттуда плюют, и отсюда плюют. Атомная война прямо. Так, надо хотя бы пройти, посмотреть, что тут с этого края есть.
Да ё-моё, опять. Сколько вас тут, блин, поразплодилось. Этих гадостей. Так. Тут какой-то презент вверху надо забрать. Бешеная кровь. Ох и местность. Все нервы тут оставишь. С этим шипением. Правильно, правильно. За деревом ты в меня не попадай. О, тут еще вниз есть дорожка. Просто я боюсь, возможно, вот за этой змеей как раз что-нибудь прячется интересное. Уходи, уходи, уходи. Надо ее обойти. Она там так стояла подозрительно. Что-то, может, закрывает какой-то проходик. Нет? А, да, вот, что-то есть. Но не настолько классное, чтобы жертвовать своей жизнью. Все, валим отсюда, валим. Понял. Да ё-моё. Так, 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 так. Где я вообще? Что я? Куда я? Ох и локейшн, ох и локейшн. Так, тут что у нас ходит, бродит? А, еще одна плевалка. Ну, конечно. А за ней лежит что-нибудь? По-моему, ничего не... Ай! Больно! О, ничего за ней нету. Да. Можно на нее тоже наплевать. В общем, не получается, конечно, так прямо идеально зачистить. По крайней мере, у меня такое ощущение, что я очень много мест уже пропустил. Блин, заборчики эти. Да и призы тут такие себе, не шедевральные. Блин, ну куда? А, это что, Цвинтус еще? Где он есть? Где он есть? Ё-моё, ну и большая локация. Класс. Так, 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 так. Аккуратненько. Вот там свинюка в этой, в луже бродила, я помню. Не, 100% я что-то интересненькое еще тут пропустил. О, я тут был, получается, да, с этой стороны. А, тьфу ты, блин, не понял. Как это у меня так вышло? Я же вроде в другую сторону бежал. Или я уже за... Вот видите, насколько тут запутаться легко. Я уже, получается, с другой стороны прибежал. Опять в эту же локацию. Вот начинал я в эту сторону. А, нет. Правильно, правильно. Это ж я умер там 100 раз. Короче, все равно запутано очень. Очень запутано. Так, как бы эту свинюндру без потери заваляхать. Вот тут еще есть проходик. И самое главное, вот там вот две змеи, которые, на которых я сверху смотрел. Это что же? Не просто так. Они же там что-то охраняют, правильно? Так, ну этот Хрюшкин меня сейчас спалит. Было бы хорошо, если бы он меня не увидел. Я бы ему по жопе дал бы, и все. Где он есть? А, он уже назад пошел. Так, вот куда мы вообще пойдем.
в обходную. Ух ты! Тут вот такие парняги. Зомбаряги. Прячутся. Красивые такие Iron Maiden, блин. Исчезающее озеро. Вот, это уже интересней. Смотрим. Исчезающее. Снижает урон от молниевых атак. Ну, да. Как-то так. Эх, не успею, не успею. Чувствую я, что не успею. Успел. Фрактолог пришел. Все, проверили. Ваш анус, все хорошо. Можете лететь во свояси. Так, 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 вот сюда еще. Все-таки, все-таки меня тянет вот понять, где эти две змеи были. И что они охраняли. Ведь наверняка они что-то охраняли. О, еще один свинтус. Так, а этот меня увидит сейчас. А, увидел, да. Ну ладно, давай воевать. Да стой на месте, мне же нужен... Твой срандель мне нужен, не просто штаб. Я ж проктолог. А ты стесняйся. Острый кровавый. Так, еще какой-то закуток непонятный. Костры. Ча-ча-ча-ча-ча. О, костер. О, точно. Куда тропиночка ведет? Кстати, по-моему, она как раз ведет. Нет? Блин, ну тут и лабиринтики. Вау. Кстати, нехилые такие надгробия. Смотрите, сколько здесь костей. Вау, вау, вау. Местинка супер. Прямо отлично выглядит. Сколько тут всего страшненького. Ой-ой-ой, открытое пространство. Как бы тут сейчас босик не нарисовался. И самое обидное, я не понял, как я сюда попал. Как я нашел эту локацию. Она какая-то хитрая. Какая-то сложная. Ладно, идем. О, ну так я и знал. Так я и знал. Сволочи. Сволочи, я боюсь. Это эти, назгулы, назгулы. Да блин, я вас не забью. Вы что, издеваетесь? Вы слишком шустрые и страшные. Я не пойму даже, откуда у меня... Это, жизнь, куда у меня девается. А, это у них шпагетти такие длиннючие. Ай-яй-яй-яй-яй, ну вот это вы страшные, ребята. Хочу я вам сказать. Опасные, опасные. Да куда же я застрял? Черт побери. Так, наведение тут... С наведением тут тяжело. Оно на них кидается, на всех троих. Уходим, уходим, уходим по чуть-чуть. Не жадничаем. Тьфу ты, я камешком в них кинулся. Ну прямо находка. Я еще жив, конечно, но боюсь, это ненадолго.
меня тоже есть длинный мечик. Махаешься. Так. Спокойно, спокойно. Ай, вот это зря. Я же видел, что он замахивается. И вот это тоже зря. Не понял. О, да ладно. Вот этого еще не хватало мне, блин. Не превратились в какую-то... В какие-то фигни. А, я понял. Короче говоря, наверное, здесь нужно их... Не одного кого-то убивать, а всех равномерно. Иначе, когда доходит... Мне кажется, когда доходит... Вот это все. Вот это я прям под прямую атаку попал. Блин. Жесткие парни. Да, жесткие парни. Однозначно. И мне кажется, вот этот момент превращения у них происходит, когда у кого-то, у одного из них, возможно, жизни становится меньше там... Где-то около третьей жизни, тогда они, наверное, превращаются. Может быть, нужно так раскидывать, чтобы всех, хотя бы меньше половины у всех снести, а потом уже, чтобы они превращались. Иначе совсем жестко становится. Блин, как я это место нашел, я не могу понять. Ну, то есть, примерно я понимаю, но все равно так запутано. Как я туда попал? Толком сам не понял. Да уж. Это вам не это. Не мелочь по карманам тырить. Так, конечно же, у меня коктейлей нет. Да и вообще ничего хорошего. Это ничего хорошего против них нет у меня. Коктейль молотого на веревке — это фигня. Да и вообще они тут огненные. Так, надо лифт отправить. Огненных лупить огнем, мне кажется, такой дохлый номер. Как я туда попал? 100% где-то есть тут такой короткий путетик. Так вот, найти бы его. Самое главное понять, как к нему быстро проскакивать. Короче, иди в баню. С тобой драться, дохлый номер. Время только тратить. Все равно меня убьют. Рано или поздно. Так, может быть, это прямо здесь? О, в логове. Змей. Ой, я... Вот это я, короче, тупанул, конечно. Ну ладно, парни, да я понял. Я понял свою ошибку. Конечно же, это было глупо. Куда я вообще ринулся? Ну, мозгов нету. Ну, жесть. Ломанулся такой. Ладно, еще одну попыточку. Попробуем один забег. Да давай уже, грузись. Спидран. Правда, спидран подразумевает еще знание
дороги, куда бежать. Ну да ладно. У нас спидран слепую. Не шипи мне, мерзость. Хотя она, конечно, по-своему даже красивая. Да, привет, пацаны, вы мне больше нафиг не нужны, не хочу я с вами воевать. Опа. Кстати, вот туда же я еще не ходил. Как я хорошо зашел. Это ж тут ворота какие-то есть. Достал. Метаморфоз по часовой стрелке. Сколько здесь много этих надавали рун в этой локации. Повышает жизнь. Надо бы уже, конечно, пойти повставлять, но, блин, вечно забываю или не до этого, или еще что-нибудь. Так, а что же это у нас тут за ворота? Еще одно, получается, ответвление, или как? Открывается с другой стороны, да вы забатаны! Сволочи. Блин, локация вообще крутяк. Такая, блин, серьезная, запутанная. И в то же время умно запутанное. Ну как, знаете, вот есть, может, просто лабиринты, как, не знаю, в как она называлась, был ужастик такой дебильный, Dying, не Dying Light, а Daylight, по-моему. Там, где процедурно генерируемые такие коридоры были, и ты с этим мобильным, как дебил, там шаришься. Вот этот, вот это вот бредятина была. Так, и чё я сюда пришёл, а? Скажите мне кто-нибудь, чего я сюда приперся? Ух ты, а хорошо, я ее хорошо жахнул. Хорошо жахнул. Вот так вот она быстро сдохла. А, ну правильно, где-то хрюкает свинтяка. Значит, все верно. Не пойму, в какую сторону лучше. Да знаю я. О! Все равно до сих пор ощущение, что я все равно что-то пропустил здесь где-то. Вот там наверху, например, что-то светится. Сейчас вызовет опять. Нет, уходи, 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 уходи. Попасть наверх. А, это опять бревнышко это.
вон они. Правильно? Или нет? Что-то я эту локацию не узнаю сверху. Ничего не пойму. Намутили тут, а? Ишь ты. Это что такое? Это я тут уже был, получается. Так, братцы, ну я не знаю, что вам сказать. Я, судя по всему, буду сюда ломиться. Ай, ой, ай. Вон он, свин ходит. А, ну правильно, да, я пришел куда надо. Лопнула наша хрюшка. Самое место. В прошлый раз я туда пошел, да? А давайте сюда попробуем сходить. Что у нас здесь выше? А, я сюда тоже ходил. Тут закрытые ворота. О! Тю, так это я с другой стороны сюда приходил. Так, это ж короткий путь, это получается, блин, вот только вспомнить бы, как к нему, к этому короткому пути еще прибегать. Там где-то поверху и до конца, по-моему. Ладно, по крайней мере, дверь открыли, потом будем пробовать. Приперлись. Как говорится, поехали. Вот этот, который с мечом, он самый такой ближний. На него. Не, ну ребята явно Назгулов напоминают. Это 100%. И это, в общем-то, клево. Назгулы прикольные, чуваки. Так. Ой, сейчас меня убьют. Ну да, я затупил. Я на жизнь вообще не смотрел. Ладно, все понятно с этими товарищами. Я так думаю, я не знаю, попробую. Может, сейчас, во-первых, попробую найти нормальный путь, правильный, запомнить его. Ну, а во-вторых, уже что-то придумать против этих парней. Увидимся в следующей серии.